Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme C21Y включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Точка доступа». Тыкаем по ней раз и можем переключать нашу точку доступа. Также, удержав на ней палец, можем открыть некоторые ее настройки. Можем поменять ее название здесь, можем выбрать протокол защиты, можем поменять пароль точки доступа, можем автоматически выключать точку доступа, если никто из пользователей не подключен. Можем поменять максимальное число подключений. Можем скрыть SSID нашей точки, можем включить режим белого списка и здесь добавлять устройство в наш белый список. И также можем просматривать здесь подключенные устройства, но, как видите, ко мне никто не подключен. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!